Трасса 101. Приветствую, в эфире Трасса 101. Владимир Сметанин не нарушает. Почти. В Кировской области растет число автомобилистов, не оплачивающих вовремя штрафы ГИБДД. Ранее госавтоинспекция сообщала, что должником является каждый пятый водитель, теперь уже каждый четвертый. В этом году в список неплательщиков попали более 2300 человек. Большинство из них наказали штрафом в двойном размере. Почти 240 граждан отправились под арест, почти 300 на обязательные работы. Трасса 101. Продавать отныне можно только маркированные автомобильные шины. Соответствующее постановление правительства вступило в силу. Немаркированные покрышки должны быть убраны с полок магазинов. Напомню, что новая система призвана бороться с контрафактом. Проверить легальность происхождения резины покупатели могут с помощью мобильного приложения «Честный знак». Трасса 101. «Единая Россия» предложила продлить действие просроченных паспортов гражданина РФ и водительских удостоверений до конца июня 2021 года. Причина – вторая волна коронавируса. Реакция правительства на инициативу пока неизвестна. Но пару недель назад ГИБДД напомнила, что права, действие которых закончилось с февраля по середину июля нынешнего года, надо поменять до конца декабря. Трасса 101. Компания Renault показала Duster второго поколения, продажи которого начнутся в следующем году. Кроссовер чуть подрос в размерах, но форма кузова осталась, по сути, прежней. Машина получила другую оптику, иные бамперы, рейлинги на крыше и прочие элементы. Список технических инноваций пока держится в секрете, как и цены. Предположительно, в линейку моторов войдет 1,5-литровый дизельный агрегат мощностью 110 лошадей. Сейчас Duster стоит минимум 865 тысяч рублей. Трасса 101. Составлен рейтинг наиболее популярных цветов автомобилей в уходящем году. В его основе продажи новых авто не в какой-то одной стране, а по всему миру. Золото в очередной раз удостоился белый цвет, почти 40% рынка. На втором месте оказался черный, на третьем – серый. Далее по убывающей идут серебристый, синий, красный, коричневый, желтый и зеленый цвета. На этом все. Вопросы и комментарии оставляйте на сайте «Эхо Кирова». До свидания. Трасса 101.